Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – научные открытия, амонимичные самостоятельные и служебные части речи, термины, научные тексты. Сегодня на уроке мы поговорим о значении научных открытий, поработаем со сплошными и несплошными текстами, рассмотрим понятия термин и профессионализм, проанализируем особенности научных текстов, продолжим закреплять знания об амонимичных самостоятельных и служебных частях речи. Эпиграфом к нашему уроку послужат слова арабского философа. «Думая только о личной выгоде, невозможно делать открытия, потому что любое открытие делается не для себя, а для человечества». А теперь давайте с вами обратим внимание на историю. На протяжении многих лет постоянно появляются научные открытия и связанные с ним предметы или явления. Великие научные открытия 20 века. Мы сейчас с ними ознакомимся более подробно. Квантовая теория Планка – это открытие мельчайших частиц, квантов и фотонов, с помощью которых Эйнштейн объяснил природу света. Открытие рентгеновского излучения, несомненно, повлияло на жизнь человека и современную медицину. Теория относительности Эйнштейна, которую он открыл в 1915 году, объясняет суть гравитации. Открытие пенициллина Александром Флемингом вызвало целый переворот в медицине. Великие научные открытия 20 века – это огромный список. Я вам предлагаю внимательно посмотреть на экран, и я уверена, что многие из этих открытий вам знакомы, потому что они привели к улучшению жизни человечества. Например, открытие транзисторов, создание радиотелеграфа, открытие нейронов – о первом полете человека в космос, конечно же, знают стар и млад на всей планете. Открытие новой разновидности углерода – фуллерена, создание нанотрубки. Все эти открытия, повторяю, были направлены на то, чтобы улучшить жизнь человечества, а во многих случаях даже спасти жизни тысяч и тысяч людей. А сейчас, ребята, вы внимательно посмотрите на эту схему. Вам необходимо описать любое открытие на ваш выбор. Сделайте вывод, какую пользу для человечества принесло это открытие, в основу каких других достижений человечества оно легло. Как бы развивалась наука, если бы это открытие не было совершено? Повторяю, вы выбираете любое понравившееся вам открытие и отвечаете на вопросы. Давайте посмотрим, что у вас примерно могло получиться. Я, например, взяла открытие электричества. Польза – развитие радио и телевидения, телефона и телеграфа, всевозможных осветительных и нагревательных приборов, машин и устройств. Легло в основу проводной связи, кино, электромашинного генератора, угольной лампы накаливания и многое другое. Затем мы отвечаем на следующий вопрос. Если бы это открытие не было совершено, развитие человеческой цивилизации оставалось бы долгие десятилетия на примитивном уровне. Без космоса, без компьютера, без интернета и так далее. Какой же вывод мы можем сделать? Каждое научное открытие важно и нужно для развития человечества. Оно несет огромную пользу. Когда у нас появляются открытия, появляются новые понятия и термины. Давайте более подробно познакомимся с семантикой этих слов. Термин латинского происхождения – слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо понятие, применяемое в науке, технике, искусстве. В отличие от слов общеупотребительных, которые часто бывают многозначными, термины, как правило, однозначны.
А теперь, ребята, обратите внимание на лексическое значение слова «профессионализм». Мы с вами, не забывайте, сравниваем эти два слова. Профессионализм – слово или выражение, свойственное речи той или иной профессии. В отличие от терминов, профессионализмы выступают обычно как просторечные эквиваленты соответствующих по значению терминов. Например, «опечатка» в речи газетчиков обозначается словом «ляп». «Руль» в речи шоферов называется «баранка». Это профессионализмы. А сейчас, ребята, приготовьтесь к выполнению задания. На экране вы видите перечень слов «октава», «утка» и так далее. Вы должны все эти слова распределить в два столбика. Первый столбик у вас будут термины, во втором столбике вы впишите профессионализмы. Но, помимо всего этого, возле каждого слова вы должны написать ту сферу, где оно употребляется. Давайте проверим, что же у нас получилось. Термины «октава» употребляется в музыке, «абсорбент» – химия, «амоним» – филология, «интеграл» – математика, «вирус» – медицина, биология, «параллель» – математика, география, «рентген» – физика, медицина. Теперь обратим внимание на второй столбик. Мы помним, что профессионализмы употребляются людьми той или иной профессии либо специальности. «Утка» – это слово употребляют журналисты. Что оно обозначает? Оно означает ложные сведения. Наличка – экономисты, шапка – журналисты. Шапка в данном случае – это заглавие статьи или очерка. Шпора – ну, я надеюсь, что это слово вам хорошо знакомо. Шпаргалка. Струйник – компьютерщики, вирус – компьютерщики, параллель – учителя и ученики. Имеется в виду параллели, допустим, восьмых классов. Капиталка – это слово употребляют строители. Имеется в виду капитальный ремонт. А сейчас, ребята, мы подготовим себя к работе с научным текстом. Что же такое научный текст? Это текст научного стиля речи. Какие функции он выполняет? Сообщение, научное объяснение. Научный текст имеет стилевые особенности. Это научная тематика, смысловая точность, строгая логичность, отсутствие эмоциональности. Это важно. Какие же жанры имеет научный текст? Это может быть научная статья, рецензия, аннотация, диссертация, словарь и так далее. Сфера применения. Конечно же, научный текст применяется в сфере науки. Основные языковые средства, специальная лексика, научные термины и так далее. Внимательно посмотрите на перечень. Целевая аудитория, конечно же, это обучающий, обучаемый, написавший и читающий. А сейчас мы с вами выполним задание. Нам необходимо доказать, что текст, с которым мы познакомимся, относится к научному стилю. Нам необходимо будет аргументировать свой ответ, воспользовавшись ПОПС-формулой. Как же выглядит структура ПОПС-формулы? Обратите внимание. Положение, либо утверждение, объяснение, которое мы начинаем словами «потому что». Пример, либо иллюстрация, вводим словами «например» или «к примеру». Суждение, итоговое, таким образом, то есть, используя это обводное слово, мы переходим к выводам. А теперь, ребята, внимательно слушаем текст. Космос по-гречески – это порядок, устройство, стройность, нечто упорядоченное. Философы Древней Греции понимали под словом «космос» мироздание, рассматривая его как упорядоченную гармоничную систему.
В понятие «космос» сначала включали не только мир небесных светил, но и все, с чем мы сталкиваемся на поверхности Земли. Иногда под космосом понимали только планетную систему, окружающую Солнце. В слово «употребление» остался термин «космогония», обозначающий науку о происхождении Солнечной системы, а не всей Вселенной в целом. А теперь, ребята, посмотрим, как может выглядеть примерный ответ. Мы должны были ответить на вопрос, к какому стилю относится прочитанный нами текст. Положение или утверждение. Текст «Общие сведения о космосе» относится к научному, написан научным стилем. Объяснение. Текст научный, потому что содержит сообщение, научное объяснение, строго логичен, отсутствует эмоциональность, насыщен терминами, присутствует специальная лексика, употребляются деепричастие и причастие. Пример. Космос, мироздание, система, светило, поверхность, земля, природа и так далее. Все эти слова показывают, что текст принадлежит к научному стилю. Употребляется это слово, каждое в качестве терминов. Философы Древней Греции понимали под словом «космос» мироздание, рассматривая его как упорядоченную гармоничную систему. Иногда под космосом понимали только планетную систему, окружающую Солнце. В этих наших доказательствах используются причастие и деепричастие. И последняя часть нашего текста – итоговое суждение. Таким образом, текст, с которым мы ознакомились – это научная статья о космологии, которая предназначена для обучения. А сейчас, ребята, приступим к выполнению нового задания. Я думаю, оно будет интересным. Вам необходимо составить предложение на тему «Научные открытия 21 века». О них мы сегодня говорили на уроках. Выбирайте любое, то, которое вам больше всего понравилось. Условия. Обязательно в этом предложении должны быть производные предлоги и термины, либо омонимичные им самостоятельные части речи. Будьте внимательны. Давайте посмотрим, ребята, какое приблизительно предложение у вас могло получиться. Я, опираясь на все условия, которые выдвинула в задании, составила такое предложение. Ученые на конференции, вопреки большому количеству вопросов, были согласны с важностью методики, позволяющей избирательно редактировать определенные гены. Они выходили из симпозиума благодаря собратьям за открытия в области генетики. Как мы видим, в этом тексте используются термины. Методика, генетика, ген. Кроме того, мы с вами сейчас разграничим, где у нас предлоги, а где омонимичные части речи. Согласны вопреки чему? Вопреки большому количеству вопросов. Перед нами предлог. Они выходили с симпозиума. Что делая? Благодаря. Открытие в области чего? В области генетики. Будьте внимательны. Наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке мы с вами поговорили о значении научных открытий, поработали со сплошными и несплошными текстами, рассмотрели понятие термин «профессионализм». Кроме того, мы проанализировали с вами особенности научных текстов. Помимо всего прочего, мы сегодня на уроке закрепили с вами знания об омонимичных, самостоятельных и служебных частях речи. На этом наш урок окончен. Я желаю вам успехов во всем. До новой встречи!